В этом году у нас уникальный формат. 4 этажа медиапарка задействованы. На 3 этажах будут сидеть участники. Всего офлайн участников 100 человек. И 100 человек работают в онлайн формате из дому. Несколько кейсов, их задача разработка софта, именно программного обеспечения, ближе, максимально приближенного к транспортной отрасли. Да, то есть наши специалисты, у нас есть собственные подразделения, которые занимаются разработкой именно для транспортной отрасли софта. И нам интересно применение, дальнейшее использование этих кейсов в РЖД и в других локациях транспортных. Согласен, что вы не поспирали двигаться. Что используют датчики и...